Всероссийская неделя безопасности дорожного движения. Под таким названием в Дагестане пройдет акция по профилактике ДТП с участием детей. Сотрудники ГАИ уже посещают образовательные учреждения и проводят беседы не только с детьми, но и с их родителями. Особое внимание уделяется вело- и мототранспорту. В школах и детских садах проводятся конкурсы, открытые уроки, соревнования и флешмобы. Также собираются обновить информационные материалы в уголках безопасности дорожного движения, скорректировать паспорта дорожной безопасности и схемы безопасного перемещения юных пешеходов по маршруту «Дом-школа-дом». Акция продлится до 22 сентября.